С любовью в Нью-Йорк. Во Владивостоке выпустили открытку, приуроченную к столетнему юбилею со дня рождения Юла Бриннера. Церемонию гашения и отправки посвятили сыну великого актера Року Бриннеру и всем, кто не смог посетить кинофестиваль «Меридианы Тихого». Организатором выступила Почта России. Во-первых, хочу поблагодарить, что дали возможность принять участие в спецгашении Почты России. Я надеюсь, что это станет доброй и такой традицией, которая будет продолжаться на каждом кинофестивале. Вот, и мы будем гасить и отправлять своим друзьям, которые, друзьям, близким, родным, которые не посетили лично этот кинофестиваль, частичку праздника, который здесь проходит во Владивостоке каждый год. На самой открытке изображен фотоснимок сквера и памятник актеру Юлу Бриннеру в столице Дальнего Востока. Памятную дату увековечили оттиском специального почтового штемпеля «С любовью из Владивостока». Легким движением четырех рук организаторов на карточке ставится памятная печать. Свершилось! Сейчас Ефим Самуилович поставит нам памятный знак на открытке, который мы отправим в любой уголок мира. Спасибо, это большая честь. Раз. Есть. В первую очередь я связываю, что это артист кино. Это величайший артист кино. Это величайшая легенда и полета России, значит, через этого артиста. Я приз Юла Бриннера 18 лет существует в театре. 18 лет вручает приз Юла Бриннера. Это же тоже, он уже как легенда наша. И сейчас открытка с теплыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления отправится прямиком в Нью-Йорк, где ее получит Рок Бриннер, сын великого Юла Бриннера. Гашение стало одним из завершающих этапов фестиваля «Меридианы Тихого». 16 октября состоится церемония закрытия, на которой дирекция и гости подведут итоги. Залы были полные, открытые площадки были полные. Выставка состоялась. Никаких накладок, сбоев не было. Поэтому мы пока мы довольны. Ну как, мы никогда не довольны, но фестиваль состоялся. Также организаторы отмечают, что в адрес «Меридианов» было сказано множество теплых слов как от зрителей, так и от участников. Теперь зрители будут ждать следующего года и 19-й кинофестиваль «Меридианы Тихого». Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.